Сегодня в единый день голосования на избирательных участках Брестской области было многолюдно. Избиратели спешили отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания и местных советов. С открытия на избирательные участки в единый день голосования потянулись люди. Всего в нашем регионе таких участков 870. Голосованием охвачены все населенные пункты, крупные города, райцентры и сельские советы. Возможность проголосовать за депутатов есть у каждого, кто не сделал этого досрочно. Комиссии и наблюдатели настроены на продуктивную работу. Исполнить гражданский долг с самого утра решил и председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Отдал свой голос и принял участие в волеизъявлении как гражданин и патриот Беларуси. Глава региона – один из первых. Как избирателю, главе первого региона важно, чтобы депутаты, избранные на всенародном голосовании, работали на благо населения региона и страны, активно участвовали в общественно-политических процессах и совершенствовании законодательства. Основная задача – это выполнить все наказы населения. Мы сегодня доверили нашим кандидатам баллотироваться в различные уровни для того, чтобы потом изъявлять волю тех жителей, откуда они баллотировались. Поэтому это одна, наверное, самых главных задач всегда депутата. Будь то палаты представителей местных, городских или сельских советов. Это максимально быть рядом с теми людьми, которые им доверили. Для граждан, пришедших в единый день голосования на участке, возможность принять участие в выборах народных представителей – это большая ответственность и проявление активной гражданской позиции. Я всегда принимаю участие во всех выборах. Естественно, самые активные со своих членов. Мои все спят, а я вот, видите, поднялся перед тем, как идти в клуб филателистов. Первым делом пришел проголосовать, а уже потом вот с марками пойду дальше. Исполнить свой гражданский долг, выбрать тех, кто будет нас потом защищать, помогать во всем. Каждый гражданин Республики Беларусь обязан принять в таком важном мероприятии участие, выразить свою позицию и сделать правильный выбор. Поэтому я надеюсь, что все сегодня сделают правильный выбор. Я уже свой выбор сделала. Роман Аншиц, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».